что там, говорите, что случилось? Говорите, говорите, ну. Я вас слышу. Ну я тогда поехал, да? 5.14, авто, Шкода. Давайте, там причина остановки какая? Что там такое? Что случилось у нас? Я что-то нарушил, может? Говорите, что там случилось? Я понял. Вы можете туда подойти, может быть там шум автомобиля вас смущает. Вы можете туда подойти, я вам там открою. Вот здесь, хватит вам, слышно меня? Слышно меня так? Ну давайте что-то принимать решение какое. Что там такое? Что случилось, командир? Что там случилось? Здесь. Надо выйти на что вы останавливаете всех подряд? Смотрите, что вы останавливаете всех подряд? Что тут такое у вас? Стационарный пост у вас или что тут? Да какая у вас работа? У вас работа регулирует движение. Да. Не надо сказки рассказывать. Все взрослые мальчики уже, да? А кто вас так напугал, что вы такой перепуганный? А с чего вы взяли, что я перепуганный? Ну и что? Мне жарко. Я кондишн включил, поэтому так открыл. Да. Тоже со мной хочет поговорить. Я желаю. Здравствуйте. 08:26. Порядок. Да, классно все. Что там у вас? Порядок у меня фамилия, запишите. Да ладно, ничего, мне номера. Я вот это буду записывать всех, я думаю, сегодня. Ну что? Что случилось? Это нормально, у вас все порядок. Да. Ну видно, что жизнь радостная. Ну так а что? Что случилось? Что вы останавливаете? Граждан, они на работу едут, а вы так вот без причины останавливаете. А? Да. Счастливый человек. Не то, что счастливый, я ж этот, я ж ведун. Ведун, порчу навожу. Ну удачи вам. Ну, так что, пишем беспричинная остановка, да? Да, да, да. В журнале. Да? Да? Удачи. Счастливо.